Давайте тоже буквально комментарий один запишем, да, что-то. Да. А тут в первую очередь как состояние здоровья, что как надо. Да, в принципе, жить буду. Ну, это большой ушиб, да. Ну, дня 3-4 сказали восстановление, так что, ну, дай добудри. Ну, а по игре что скажешь? Что случилось в Калантайне? Сложно сказать, не знаю, почему сели. То есть не было такой установки. Поэтому, не знаю, надо было играть в первом тайме, считаю, в первом тайме играли неплохо, были моменты. Так что, не знаю. А какой момент получился перелом? Когда гол пропустили или еще где-то раньше? Да нет, я считаю, что раньше, не знаю, просто вышли, сразу сели. Непонятно для меня почему. Это и стал переломный момент. Поэтому и пропустили, собственно. Все. Спасибо. Удачи. Спасибо.